Чемпионат России женщины 800 метров. Александра Гуляева, Екатерина Поистогова Завьялова, Светлана Улога. Вот Улога выходит на вторую, нет. Ой, как Улога ошибается. 58-60. Александра Гуляева не стала никого ждать, и сразу Гуляева решила бежать быстро. Взрется. Да, не сильно быстро. Нет, нормально. Светлана Улога за спиной Александра. Есть разрыв уже после первых 200 метров. Ну что, сейчас все внимание выглядит, конечно, только в беге, только на этой 800 метровке. Александр Гуляева идет в борьбу за лучший результат сезона в мире. Ну и, конечно же, за золотую медаль чемпионки России. Соперница у нее даже кроме. И никто просто так ничего давать не собирается. 457-66. Ёлки-палки. Охренеть. Екатерина Завьялова бежит третье, расстояние между ней в этом видео пока достаточно большое, но как у ней финишировать, она, мы с вами прекрасно знаем, дорогие друзья, поэтому ждем отметки 600 метров. Очень интересно будет посмотреть, как будут реагировать на продвижение этого отрезка. Соперница Александра, 1:28, и начинает с полной силы работать. Борьба за пьедестал. Минута 42. Ну, пожалуйста, публика, включаемся. Гуляева и набегает, набегает Екатерина Завьялова. Екатерина Завьялова, чемпионка России. Екатерина Завьялова. Две минуты.